последняя версия S-образного крючка, S-образные рессоры. Вот по просьбе пользователей мы немножко укоротили ее, сделали на 10 сантиметров короче и изменили немножко углы загибов, что добавило этому инструменту удобства в пользовании. Он стал еще более удобен для работы. Окончание осталось прежним. Вот такое у нас ножеобразное окончание, которое очень хорошо подходит в саму кромочку переднего крыла. Вот, а с обратной стороны лопаточка, такая пологая лопатка, которая тоже позволяет достаточно эффективно работать с передним крылом. В общем, S-образный инструмент, очень удобен для работы со сложными повреждениями передних крыльев.